Сейчас у нас 4:30, я дома, вернулась. Вот, идет дождь. Пока идет дождь, машины ездят, люди ездят. Как только перестает дождь, люди ездят на велосипеде. Тут гром гремит. Но пока вот так, 4:30. Машина ездит. Ну что, это суббота, 5:30. Вот, дожди. Просто сильная дождь. Здесь не видно вот так, но усилился как-то так дождь. Сильнее стал. Тут у нас закрытый штор. Это закрыто, тут закрыто с внешней стороны все заколочено. Восемь 40 вечера, пока только вот дождь, машины едут машины едут, просто вот дождь, пока вот гром гремит, как обычный дождь, лужи, все как раз тихо, нет, вот сверкает тут. Пока вот как обычный дождь. Ветрогон тут такой. Десять часов, но пока ничего. Машины ходят. Пока вот как-то так. Да, это 10 часов вечера. Ладно, все, наверное, пойду спать. Сегодня воскресенье, 10-е, вот такой вот ветер. Сильный такой ветер. Такой вот ветроган. Дождя почти нет, а вот такой сильный пока ветер. Это так вот из дома, тут сеточка такая. Да, так вот гонит ветер. Такой ветер. Ветер, дождь. И... ходят машины, ездят машины. Сегодня воскресенье, сейчас 12 часов. Рано утром, 7 часов у нас отключили свет. Я надеюсь, что когда немножечко это утихнет, все, нам его включат. Ну, вот так. Иногда бывает побольше ветер. Ну, вот тут ветки разбросала, покидала. Машина облепили ветки. Я вот тут вот сижу. Вот так вот сижу. И наблюдаю за тем, что происходит там. Ветроган такой. Это 2 часа. 2 часа воскресенье. А так периодически, то больше, то меньше, то больше, то меньше.
большое затишье. Видно, что посмотрим. Можно сорвать провода. Здесь вот с корнем вырвало растение все. Далеко он все повалило, перегородило даже дорогу. Таня. Восемь часов, вот машина ходит. 8 часов, а света у нас нет на районе. Совсем. Ой. А где там свет есть у кого-то? Далеко. Ух ты, далеко там у кого-то свет есть.